сейчас я тебе помогу, попробую пройти с такими героями. Просто я не знаю, как ты не прошел еще 6-10. Это просто жесть, конечно. Но все может быть. О, капец. Честно говоря, это жесть. Тыковка исцеление. Так, что у него здесь вообще есть? Блин, а у него... Блин, да чё ты? Ты чё, издеваешься, что ли? Это капец, ребят. Сергей, посмотри видосики про героев немножко. Я надеюсь, ты поймешь, зачем я это делаю. В принципе, всех, кто в теме, те знают, зачем я это сделал. О, да. Она еще и без Эвы у него. Видимо, недавно только начал играть. Жесть. Просто жесть, а не аккаунт. Да. Так, хранитель. Есть. Так, Некрыла ставим. Бигфут. Ладно, Фрея. Так, Анубис есть. О, ладно, пусть будет на Минотавре. Почему он сюда порочный пак не вкачает? Я просто не знаю. Без эволюции. Ладно, хранитель есть, огнекрыл есть. Да уж. Так, это не та тыква, которая нам надо. Так, а где та тыква, которая нам надо? Она в тотеме стоит. Короче, жесть, ребят. Я, честно говорю, в шоке. Ну, надеюсь, ты посмотришь видосы перед тем, как кого-то качать. Так, Фрею можно заменить так. Кого тут еще такого интересного можно взять? Ну, у него тут все не вкачанные. Так, Купидон. Вот это, ребят, пример, как есть деньги, донат, но просто знаний в игре особо нету, потому что, ну... Такие герои, а прокачек нужных нету. И это печально. Так, ладно, попробуем хотя бы без Купидона. Так, магия. Магия, надеюсь, вкачанная. Так, это вкачанная, вкачанная. Метель качается. Блин, лучше бы магию ему покачал. Жестко. Очень жестко. Так. Я минуса не взял. Ладно, давайте попробуем по-другому сделать. Раз. Два. Ну а ну без, давай уже, что ты делаешь, что ли? Да жесть какая-то, короче. Короче, ничего не могу вам сказать, ребят, это просто жесть. Ладно, сейчас попробуем. Попробуем огнекрылом что-то сделать. Так, и Анубисом.
Блин, ну тут героев, конечно, мы это посливали. Но с демонами у нас тут вариантов, я не знаю. Хотя, в принципе, если нормально сейчас Бигфут будет... Не, у нас от хила не хватит. А может и хватит. Блин, жалко, что тыковка умерла. Хранитель там, наверное, день не успеет. А может успеет, сейчас посмотрим. К сожалению, нет. Придется брать сюда Минотавра. Короче, ребят, это жесть. Это полная жесть. Так. Тыковка есть. Где там наш Минотавр? Тоже где-то в башенке сидит, походу. Да. Конечно, без метели тоже сложно будет. Ну ладно, попробуем. Была не была. Давайте отсюда. Раз, два, начиная с тыковки. Блин, Купидона бы сюда. Пробовать через дерево опять. Короче, жесть. Полная жесть. Попробуем потанчить огнекрылом. О, нормально, хоть Анубис ударил уже. Давай минус, еще разок. Блин, минус ударь. 98, ну. Жесть, это будет эпик файл, если сейчас минус не добьет. Блять, он не добьет. Это просто жесть. Да. Конечно, я в шоке. 98%. Это ж надо башенка в той стороне. Я в шоке. Насколько невезучий аккаунт. Блин, обидно. Да, они их не убьют. Да. Короче, не знаю, Сергей. Будешь смотреть видос, внимательно смотри все, пересмотри полностью героев, сборки, потому что это просто капец. Тебе надо тут очень много всего переделать. Так, заменить сюда, поставим сейчас цепа. Блин, был бы тут цеп, уже бы затащили. Ребята, это пипец. Купидона надо докачать. В общем, много всего надо сделать. Так, где разгон? Я не понял. Что за... Блять, Минотавра уже слили. Но что такое-то, а? Хоть бери, блин, из тыквы начинай. Метелька, конечно, долго не работает, поэтому из-за этого вся проблема. Аккаунт, конечно, веселый.
Ну, Минотавр, давай. Ворожей, ну. Блять, поминусовали. Да что такое с вами-то, а? О, это жесть, ребят. Это будет топовый видосик. Однозначно. Так. Так, ладно, а ну-ка, если попробуем так. Ну, Анубис, ударь. Огнекрыл, конечно, один тут ничего не сделает. Ладно, попробуем сейчас с огнекрылом. В общем, ребята, это пипец, реально. Хотя герои тут, ну, блин, качать и качать надо. Ну куда, Минотавр? Ну что такое-то, а? Ну, тыковка, убегай. Блин. Убеги, убеги, убеги. Да нет, там отхила не хватит, скорее всего. Просто капец. Да, без магии, конечно, метелька бы чуть-чуть дольше. Попробуем с Анубиса начать. Блин, рановато я магию использую. Да хотя толку ее тут использовать, она слетает сразу. Да, зловещий аккаунт. Каким образом он сливается? Ну что это такое? Шок. Просто шок. Ну-ка попробуем хотя бы так. Ну,
Блин, ну не успевают. Так, хорошо. Попробуем вместе с тыковкой отпустить этих, а Минотавра потом отдельно выпустим. Ну, Анубис, ударь раз. Один раз надо было ударить всего лишь. Капец. Просто капец. Нет слов. Вот что значит без эволюции, без артефактов. А такой у нас был шанс. Просто, блин, пипец. Ну давай, 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 разгон. Да. Я в шоке. Ладно, будем бегать, стартовать с Анубиса. Это самый или с Огнекрыла. Лучше с Анубиса, наверное, его заряжать будут. У нас Купидона нету. Короче, намучаюсь я таким составом, чувствую, но все равно пройду. Let's go. Нифига себе, Огнекрыло слили. Чё это было? Чё за подстава? Подбери, блин, сюда дерево. Да. Да капец, хоть бери, вешай, блин, на них, не знаю что. Надо все-таки пробовать их, наверное, разделить. Жесть. Просто жесть.
Ну, тыковка, давай, давай, не подведи. Пожалуйста, пожалуйста, не подведи, Минотавр. 70... Пипец. Просто, ребят, это просто жесть. Нет слов. Ну нет. Жесть. Ладно, ворожая, попробуем с другой стороны. В принципе, этих можно поставить просто на этот. Видос, блин, конечно. Давай, 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 давай. Это просто пипец. Ну, Минотавр. Все, Анубиса слили. Ну. Ворожея слили. Сука. Блядь. Издевательство. Честное слово, издевательство просто. Будете в шоке с этого всего, как я в шоке сейчас. Конечно, можно других героев попробовать, но тут надо. Это жесть. Ну, тыква, давай. Ну. Ну, Минотавр, ну ударь еще раз. Блин, пипец. Я в шоке. Сейчас за это время, пока он туда добежит, его сейчас башни просто сольют. Вот это подстава жесткая. Ну куда ты бежишь? Ну не туда. Блядь. Сука, это смешно, конечно, но настолько печально, ребят. Зато весело. Да. Уж. Да уж. Даже не бьет толком.
Ладно, давайте попробуем всех вместе. Ну не дохни, ну чё ж ты дохнешь, блин. Вот бежит он вперед. Сейчас попробую его и тыкву все-таки высаживать в другой стороне. Да уж, весело. Ну, продолжим. Интересных куча моментов было. Надеюсь, вам это понравилось. Если да, это не очень интересный момент был. Обязательно лепите лайк. Так, раз. Я уже начинаю тупить. Так, окей. Короче, жесть полная. Самая долгая 6-10. Скажем так, с топовыми героями. Понятно все. Блин, ну это жесть. Самое главное, что я бегаю без гильдийской магии. Как назло. Вот как назло, хороший заход и херня. Вот бежит этот минотавр вперед, какого хрена? Точно так же, как и теква, в принципе. Сейчас попробуем все-таки минотавра высадить в другой стороне. Да, на тыковку, конечно, свиток бы не помешал. Ну, Анубис, давай. Да чё за фигня? Пипец какой-то. Ладно, пробуем еще раз всех вместе. Ворожая минус нуля у нас. Блин.
Давай, 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 давай. Ну, 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 я верю в вас. Это должен быть удачный заход. 97. Есть, блядь, наконец-то. Не прошло, ребята, и полчаса на это все. 6-10 мы ему затащили. Наконец-то, блин. Это просто пипец. Скидывайтесь по лайку, потому что это такой геморрой был. Героев сейчас покажу. Конечно, герои классные, но без эволюции. Имба. Первая эволюция, тоже имба, тоже имба, тоже имба. Тыква без эволюции, поставил, сделал исцеление, потому что без исцеления он долго мучился бы. Вот так вот, ребят. Такие вот герои, блин, мне понравилось. Если вам нравятся такие трешечки, пишите комменты. Всем удачи, надеюсь, у вас не такие мучения сейчас с подземками, как у него. Всем пока.